знаете, что это дом Мариуса Петипа, это сцена, это театр. 60 лет он работал в этом театре и оставил колоссальное наследие. И вот Петипа был профессиональным испанским танцовщиком. Он настоящие испанские танцы перенес в классику, просто поставил на пуанты, используя классическую технику ног. А корпус, вес вверх, судя по Пахите, по Дон Кихоту, это же все испанское, это все от фламенко. Вся эта стройная спина, подтянутость вверх, округленность рук, это все видно. Да, еще выразительность кисти. Давайте посмотрим Гран-па из балета Пахита. Thank you.